Привет, дорогие друзья! Сегодня я буду готовить салат из свеклы. Это то, что я очень люблю, но думаю, не только я одна. Свеклу для салата я обычно запекаю. На фольгу наливаю совсем немного растительного масла, кисточкой равномерно распределяю по кругу. Добавляю немного соли, сахара, немного эстрагона и теперь заворачиваю свеклу в фольгу. Запекать свеклу для салата, конечно, не обязательно, можно и просто сварить. Но запеченная таким образом свекла получается намного вкуснее, а еще она и очень ароматная. Запекать буду в духовке при температуре 200 градусов примерно 40 минут, но все, конечно, будет зависеть от размера свеклы. Остывшую свеклу нарезаю соломкой. Я обычно свеклу запекаю на ночь, а днем уже готовлю салат. Перекладываю в миску, добавляю немного растительного масла и перемешиваю. Маринованные огурчики нарезаю также соломкой и добавляю к свекле. Красный салатный лук нарезаю полукольцами, но можно взять и обычный репчатый лук. И также перекладываю в миску к овощам. Нарезаю немного петрушки. Вместо петрушки можно взять сельдерей или укроп. Солю по вкусу, добавляю еще немного растительного масла, чайную ложку зернистой горчицы и перемешиваю салат. Вкус салата также будет зависеть от огурцов, так что выбирайте вкусные маринованные огурчики. А вот соленые огурцы не рекомендую брать. Я для салата всегда летом закрываю вот такие маринованные огурчики. Если пропустили, то ссылку на рецепт, как всегда, оставлю в описании под видео. Сверху украшаю салат еще немного зернами горчицы. Вот и все, салат готов. Это очень вкусно, а главное просто, легко и доступно. Попробуйте приготовить, а я буду ждать ваши отзывы в комментариях. И не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. Там много всего интересного. Там я с вами каждый день. Всегда можно задать вопрос и найти ответ.